Всем привет, ребята, меня зовут Анди, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт на версии 1.7.10. Значит, я создал бонусный сундук и новый мир. Так, давайте заберем уже все наши вещи и пойдем осмотримся. Может быть, что-то интересное найдем. Так, вот, кстати, здесь пустынька рядом. Возможно, в пустыне... Сразу храм нашли, это просто офигенский. Так, сбегаем в него сразу же. Давайте сделаем верстак сразу, чтобы потом не бегать. И пожрем яблочко. Хорошо, что нам сразу дали еду. Так, все. Продолжаем. Еще и шерсть надо набрать, чтобы потом не искать кровати. Все. Так, сейчас аккуратненько спустимся. Вот здесь. Надеюсь, нам попадутся алмазы. Это было бы очень кстати. Алмазики нам сейчас прямо вообще клево пригодятся, если мы их найдем. Так, сейчас спустимся. Такой вот лесенкой. Сразу же надо убрать нажимную плиту. Если кто не знает, под ней динамит. Если на нее наступить, то все, кирдык. Сейчас спустимся. Отлично. Убираем плиту. И так. Гнилую плоть я собирать не буду. Железо. Нету алмазов. Есть, есть три алмаза. Да, детка. Три алмаза. Еще седло. Так. Ну, значит, мы сейчас сразу скрафтим кирку. Я уже вижу железо, кстати. Или, может, мне лучше меч скрафтить? Я все-таки скрафчу кирку, потому что она важнее. Давайте заберем сундуки еще, кстати. Ну, чё уж. Да, все-таки гнилую плоть я случайно могу взять. Но я ее и возьму. Но все же сундуки сэкономим на крафте. И, наверное, сейчас спустимся вниз и заберем динамитик. Так. Динамит, кстати, тоже может пригодиться нам. Так, этот весь песчаник нам не нужен. Все. Возвращаемся обратно. Да, действительно, очень клево то, что мы сразу же прямо нашли данж в пустыне. И сразу же нашли три алмаза. Ладно, давайте пойдем уже нарубим дерево. А то алмазы нашли, а дерево так и не нашли. Хотя у нас есть акация. Но акация мне не очень нравится. Это все с новыми обновлениями, господи, еще и какой-то биом березовый. Очень странно теперь стал генерироваться мир. Если учесть, что сейчас версия 1.7.10, самая новая на данный момент. Так. Сейчас я сделаю палок. Сделаю сразу же железный меч. Кстати, мы и железо нашли, это тоже хорошо. И, наверное, сделаю сразу же алмазную кирку. Мы ей пока копать не будем, но как только найдем лаву, сделаем обсидиан. Не, знаете что, давайте мы сделаем шлем. Вот так, чтобы броня была хоть какая-то. Эй, ну, что здесь происходит? Ладно, не суть. И нарубасим деревце себе. Надо будет, кстати, еще подыскать место, где мы будем жить. А то данная местность мне не очень нравится. Я очень надеюсь, что меня хорошо слышно. Прям вообще искренне надеюсь. Сейчас мы срубим еще немножечко березы. И наверное, пойдем уже... Кстати, да, пойдем искать место и убьем этих свинюшек. Мясо нам тоже пригодится. Я... Попытаюсь поставить моды какие-нибудь сюда. Ну, у меня здесь стоит, значит, какие у меня моды стоят, блин, я забыл. Какой-то один мод у меня стоит. А, да, на мини-карту, конечно. Как я мог забыть. Я, может, поставлю еще бэкпак, когда он выйдет. Или он уже вышел, я не знаю. Потому что версия новая. Сейчас посмотрим. Ну, я посмотрю, короче. Я буду запинаться, потому что все-таки снимаю первый раз. Опыта еще нет. Так.
куча мяса. Тростник возьмем еще, кстати, тоже. Все отлично. Ну, прям вообще, прям я рад, что мы нашли этот данж. Так, еще одна свинья. Kill you. 15 кусков мяса. А, давайте тогда сразу спустимся за камнем. Да. А, камень нам сейчас понадобится. Вещи крафтить каменные. В смысле инструменты. И печку. Так, я не понял, где камень? Что-то как-то я уже... А, уголь прямо сразу. Прям нам везет сегодня вообще по-крупному. Так. Ну вот и камень. Так, сейчас я подумаю. Добудем, наверное, штучек с полстака, может. Сюда поставлю его. И уголь сюда поставлю. С полстака. Так, мы продолжаем. Какие неполадки были. Текс. Ну, наверное, это будет скучно, поэтому я поставлю на паузу и добуду камень. Итак, мы продолжаем. Я добыл себе 58 булыжника. Все без читов. Можете проверить чат, я не писал геймод. Вот, все, ничего, нет никаких читов. Все честно, вот даже выкопано. Кирка у меня сломалась. В общем, выходим наружу. И сейчас я скрафчу каменную печку, да. Ну, собственно, каменную это понятно. Потому что других вариантов нету. Курицы. Убить ли мне вас? Да, убью, чё уж. Мясо-то все равно пригодится. Кстати, глина есть еще. Кстати, сколько у курицы хп? По-моему, 4. Или 5. Так. Ну все, давайте забираем печку. Кстати, как раз таки кирка. Сейчас я пока буду пользоваться каменными. А алмазная мне будет так. Ну, на крайний случай, если что-то вдруг понадобится. Все, уходим отсюда. Пожрем только. Все, отлично. Что это за биом такой интересный? Ну, тоже, это все с новыми обновлениями, это я знаю. Просто я... Ой, что за лаги? Играл все на 1.5.2, да на 1.5.2. Все на серваках, а тут вот лесуху себе прикупил наконец-то. Играю теперь на последних версиях, как крутой чел. Сейчас пока... Надо найти какую-нибудь шахту. Вот, кстати, шахта. Вот шахта, да. Здесь мы, пожалуй, переждем нашу первую ночь. И у меня уже забит инвентарь. Офигеть. Вот называется. Сходил в данж и там набрал себе кучу всего. Так, сейчас посмотрим, что мы сейчас сделаем. Я планирую здесь сделать небольшую такую басочку. Вот тут вот. Ну, думаю, вот такой высоты мне хватит. И думаю, вот такой высоты мне хватит также. Нет, еще один блок. Высоту еще одного блока. Да. Так, и так. Отлично. Сейчас тут все выровняем. В этой базе я просто пережду ночь. Ну, потом я планирую идти в ту шахту. Поискать ресурсики. Кое-какие. Возможно, из этого что-то получится интересное. Сейчас разместим сюда верстак. Печки две штуки. Так. И, наверное, сундук поставлю и сложу сюда все ненужное пока мне. В принципе, вот так. Все. Остальное мне понадобится. Ну, наверное, я на этом закончу серию. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. До скорой встречи. С вами был я, Ади. Всем пока.